Здравствуйте, я Анатолий Белый. Я поддерживаю Юрия Дмитриева, потому что в данном случае мы имеем дело с абсолютным беззаконием и попранием всех человеческих прав и свобод. Человеку шьют дело, шьют его коряво, нелепо, бессмысленно, страшно. Шьют белыми нитками. Видимо, историк, исследователь Дмитриев не угоден власти тем, что он откопал то, что власть хотела бы забыть и закопать в земле навсегда. Это очевидно. И сегодня в поддержку Юрия Дмитриева я хотел бы прочесть стихотворение Иосифа Бродского. «Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормила. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, надевал на себя, что сызнова входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, допускал своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот. Теперь мне 40. Что сказать мне о жизни? Что оказалось длинной. Только с горем я чувствую солидарность, но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.